как вы это все называете? Это энергетика больше. А если к вам обратиться такой человек? Мы работаем с тем, что есть сейчас, сегодня. Я могу там за день принять 10 человек. В каждую страну, куда вы ездили, вы отрабатывали? С эмоциями работы через тело именно, люди просто не готовы принять. Я сейчас точно понимаю, что если мне что-то надо, я готов идти один. То есть это не психосоматика? Если честно, я не люблю, когда меня ограничивают в действиях. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Таир. Сегодня у нас очень интересная личность, Игорь Ким. Он, думаю, сам о себе расскажет. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Игорь, скажите, кто вы есть? Расскажите немножко о себе. Раскройте, так сказать, свою личность. Хорошо. То, что я делаю, на самом деле, это достаточно уникальная вещь. Почему? Потому что так никто не делает. Пока я, во всяком случае, не встречал. Если есть что-то подобное, но вот такой скорости пока я не видел. Потому что то мы высвобождаем его эмоции застарелые, которые он там копил 30 лет, 40 лет, мы высвобождаем их за 20 минут. Почему говорю «мы»? Потому что это не только моя работа, это работа еще клиента, который пришел, то есть того человека, да, то есть это его внутренние какие-то процессы, которые он позволяет с собой совершить. Иногда, конечно, некоторые моменты происходят немного через, не то чтобы насилие, но через какое-то давление определенное, да, там где-то физическое, где-то моральное слегка, где-то энергетически подавишь, и тогда у человека высвобождаются эмоции. Вот так. У меня есть еще авторский тренинг «Это эмоциональная свобода», он двухдневный, да, и там мы в первый день высвобождаем все, что не нужно из человека, выгружаем весь его эмоциональный фон негативный, который есть, да, потому что в основном мешают негативные эмоции, что позитивные эмоции, они нас вдохновляют, они нам дают радость в жизни, и поэтому от них освобождаться, ну, смысла нету никакого. Но именно негативные эмоции, они застревают, и они прям блокируют человека и мешают жить. Вот первый день мы его высвобождаем, блоки, и второй день происходит наполнение, там, медитация, уже даю конкретные практики, что нужно делать. Я этим занимаюсь, знаете, отчасти потому, что я вижу результат, да, я вижу лица людей, которые не приходят на тренинг, потом, когда они уходят, и это очень быстро. За 2 дня выгрузить столько и потом получить какие-то навыки, это очень быстро. А вот такой вопрос, а как вы это все называете? Как вы себя называете, позиционируете, как вы себя? Как я себя позиционирую, в общем, с легкой руки КТК, да, как я попал как-то к Шахову на передачу, они сказали, что это точная терапия, там биоэнергия, там, ну вот как-то таких ярлыков навешали. У журналистов очень четко получается, и я не стал сопротивляться, я себе в Инстаграме тоже написал там биоэнергия, там что-то этот, ну. Но вот. Коуч? Коуч, может быть, я и могу там работать тоже с мозгом, но мне не нравится. Я не люблю через мозг работать, через мозг немножко долго. Почему? Потому что мозг, он всегда уходит от стресса, он не будет тебе показывать, вот здесь у меня проблема, он будет ее завирать, и ты будешь этого, ну, как бы ловить, да, мозг. А на это уходит много времени. Ладно, там ушло бы там день-два, на это может уйти год-два. То есть, а с эмоциями работать через тело именно, там немножко подышали, чуть этот, эмоции вышли, и так быстро, это ну, вот сеанс, вот честно, длится он там минут 40-60. Причем мы знакомимся, мы разговариваем, мы дышим, мы это прорабатываем, и потом человека отпускаешь. Это все за час. Угу. То есть через час может ли человек потом сказать, что вышел от вас обновленный? Через час, да. Ну, где-то из 10-8 человек точно понимают, что с ними произошло. Двое еще будут, ну, так, немножко заторможены, как-то не будут понимать, зачем, что это. Но процесс идет? Ну, процесс идет. Хочет он или не хочет, но процесс запускается, и все. То есть это не психосоматика? Это энергетика больше. Это больше энергетика, и поэтому, видите, вот эти энергии, когда на тебя открыто, и когда это все выходит, оно давит сверху, и ты хочешь или не хочешь, ты не сможешь этому сопротивляться. Оно рано или поздно, оно додавит и выйдет все равно. Скажите, а как вы вообще сами к этому пришли? Сам я пришел к этому, я, в общем, как и все, сначала попал в стресс глубокий, а потом искал пути выхода. И пути выхода я не нашел. И я, знаете, я достаточно консервативный как бы был,
и, наверное, может быть, и остаюсь, но сейчас стал смелее, но мне больше подходит, я ищу в фундаментальных где-то науках, где-то этот, и поэтому все вопросы, которые у меня были, я закрывал в университетах. И из-за этого у меня вот сейчас четвертое уже образование, сейчас учусь, и я все еще в поиске. Но я пошел в университет узнавать там, вот, что происходит, как это вытаскивать, что с этим делать. И там я тоже, в третьем я не нашел ответа. Но мне там дали телефон, у нас был преподаватель, она сказала, я не знаю ответов на твои вопросы, вот телефон, позвони, тебе там скажут. Я позвонил туда и, в общем, вышел на тренинг. До этого тренинги я никакие не посещал, кроме бизнесового, да, там продажи, там еще. Это какие-то. Сколько лет назад, может быть? Это 6 лет назад. 6 лет. 6 лет назад. И мне сказали, что есть там какой-то фестиваль, сходи туда, и, в общем, там будет этот тренер представляться, потому что я хотел познакомиться. Я пришел на фестиваль, поработал, не поработал, я пришел, в общем, туда, познакомился с этой женщиной. Она меня, как бы, со мной поработала, с меня что-то там вышло, меня там покорежило, и я понял, что это тот человек, с которым я бы хотел бы как-то контактировать. И она сказала, что она приезжает, проводит тренинги, и я на этот тренинг пришел. Мало того, я взял супругу еще, и мы вдвоем прошли с ней у нее тренинг. И после этого я у нее ассистировал еще 3 года. Я стал ее, как бы, напросился в ее ученики, и, в общем, и стал этим заниматься. Но через 3 года мне захотелось, как бы, немного своего. Потому что когда ты в чужом процессе задействован, это немножко. Ты всегда оглядываешься на кого-то. Ты всегда свои действия соизмеряешь с тем, одобрят или не одобрят. И если честно, выяснилось так, что я, оказывается, не могу под чьим-то надзором, что ли, быть. И у меня внутри почему-то. Причем раньше я жил и было нормально, да, я там в подчинении постоянно где-то ходил, где-то работал, но а тут почему-то мне не хотелось своего. И я вот свой формат сделал тренинга, конечно, очень много заимствовал у нее, и вот с практикой пришла та техника, которая, то, что я делаю сейчас. Потому что вот эти вот где-то давление, где-то вот, вот эти жесткие, может, возможно, методы вытаскивания эмоций, это пришло у меня с самого, это, наверное, в силу характера, или там, я не знаю, это то, что мужского характера, да, и мне надо быстро, меня не устраивало долго. И поэтому я хотел, чтобы, ну вот, и у меня поэтому вот так получилось, я не знаю. Есть такой в Питере психолог-массажист Мичников, и он, я у него в ролике заметил вещи, которые меня, честно говоря, прям поразили, да? То есть я смотрел, я видел, что идет работа, но он про энергии ничего не говорит, он рассказывает про массаж. И меня, я начал смотреть его ролики, и он многие вещи я у него прям понял. Я начал проверять потом на людях, там, сначала на близких, там, на жене, там, еще на друзьях, а потом уже это перешло вот на клиентов, я потихоньку начал с них вытаскивать. Родные, жена, допустим, она знала, что вы проверяете на ней какие-то практики определенные? Ну да, она знала, что это. У меня же выбора нет, ну, как бы, я же все равно не отстану. И поэтому мне было интересно, я пробовал на ней, она давала обратную связь, и вот, в общем, как-то мы вот так выясняли. Потом я начал на людях, потому что с одного человека, оказывается, ты не напрактикуешь все равно. Ты попробовал, там непонятно, пошло, не пошло. Поэтому надо на людях. И вот обратная связь от людей дала именно тот эффект, что я понимал, что я иду правильной дорогой. То есть если люди бы говорили, ты знаешь, вот эта фигня какая-то, я бы, наверное, не, ну, наверное, бы чуть курс как-то сменил. А тут я четко понимал, куда и к чему я веду. То есть, ну, потихоньку эта дорога высвечивалась. А за эти 4 года, что вы практикуете, 6 лет, да? 6 лет я как только с этим столкнулся, ага. И вот 4 года практики, ну, 4 года. Своей? Своей, да. Ага. Ну, уже профессиональной, да, то есть, кроме этого, я больше ничем не занимаюсь. За это время сколько у вас было клиентов, или у вас кто вообще, как вы называете своих? Я не знаю, я пытался, клиент меня как-то чуть-чуть парил в этот, само вот формулировка. Я стал делать пациента, сейчас пациент мне что-то не нравится, потому что как будто они больные, да, хотя ко мне все здоровые ходят.
И не знаю, я их так как-то у себя в телефоне отмечаю. Люди, да. У меня, в общем, за вот это время, я так понимаю, что где-то чуть больше 4000, наверное, уже где-то перевалило. На самом деле, я не знаю, у меня в записной книжке 3000 номеров, я стараюсь записывать всех, но есть еще у организаторов телефоны, то есть, ну, номера, которые с тренингов люди, и я понимаю, что это где-то около 4000 должно быть, может больше, да. Но это вот прям через руки прошли. Можете ли вы с уверенностью сказать, что вы помогли 4000? Я не могу сказать, потому что я не беру обратной связи. И у нас люди не привыкли отдавать обратную связь. Отзывов, вот у меня те отзывы, которые на страничке ВКонтакте, там в Фейсбуке есть, это, ну, это прям очень мало, потому что из 4000 человек там отзывов оставили, ну, штук, может, 20 есть, может, 30, не знаю. У нас люди почему-то стесняются отдавать. Вот говоря о социальных сетях и вообще медиа, интернете, да? У вас есть странички как ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. Самая рабочая для вас страница Инстаграм? Вообще, честно, я в последнее время переходит все в Инстаграм, да. Инстаграм и Ютуб. Ютуб сейчас начинает вот как-то перевешивать тоже. Он еще не перекрывает Инстаграм, но мне кажется, со временем он перевесит. Вот чуть-чуть. Наблюдая за вашими социальными сетями, мы заметили, что в Инстаграме у вас больше всего подписчиков, порядка 38 тысяч. А Фейсбук не особо, но просто есть такое мнение, что в Фейсбуке сидит аудитория, все-таки более солидная. Старшая. Более старшая, да. Ваша аудитория это какая? Моя аудитория, вот я опять же смотрю по просмотрам в Ютубе, это где-то от 27 лет до 38. Вот основная масса. И, конечно, попадают и моложе бывают. Самый зрелый участник тренинга – это 72 года. Женщина приходила, это вот самый солидный участник тренинга – это был юрист, там, ректор института, как бы, и он пришел. То есть ему там за 60, он такой уже агашка. А вообще, применяя практики, которыми вы владеете, можете ли вы сказать, что вам нравится эмоционально давить на человека? Или причинять ему какие-то физические неудобства. Вот именно как вот лично для вас. Внутренний садизм есть, да. Он или нет? Я каждый раз, честно говоря, стрессую от того, что я делаю какие-то вещи, ну, кому-то больно, допустим, да? Потому что есть девочки придут, они там худенькие, хрупкие, их начинаешь что-то этот, и они там чуть ли не дяденька отпустите, да? Это немножко сносит. И детей очень, ну, как-то немножко стрессуешь, когда они плачут или вот как-то этот. Но других вариантов избавления я, честно, пока не встречал. Конечно, сказать, что там поголовно ты там всем помогаешь, я, наверное, вряд ли. Но то, что это работает, я вижу по количеству народу, который приходит. Потому что люди то есть у меня нет как бы как таковых постоянных клиентов. И у меня есть постоянно новые. То есть один человек пришел, свои проблемы решил, он приводит еще там своих друзей, родственников. Да? Пирамида? Ну, не пирамида, это там не завязано все вот в какой-то в маркетинг сетевой. Это просто вот отзывы. То есть мне хорошо, давай я маму приведу, или давай братишку приведу, там сестренку, друга, да. И вот они вот как-то вот так приходят. Причем это нет в этом никакого маркетинга. Люди приводят сами по своему, как бы. По своему желанию, что ли. В основном вы проводите эти сессии в Алмате, да? Я провожу по Казахстану, это сейчас стабильно Астана и Алмата. Раньше, вот прошлые 2 года я потратил на то, чтобы охватить больше Казахстан весь. То есть Актау, Атырау, Уральский был, в Семипалатинске, в Усть-Каменогорске, в Чимкенте. Все вроде. Вот, это те города, которые я смог вот как-то, сидя из Алматы, вот охватить и потом туда выезжать. А недавно вы проводили сессию в Дубае. Это получился там тренинг, там получился мастер-класс, тренинг и еще индивидуальные встречи как-то были, да. Вы совместили отдых и работу или же вы целенаправленно ехали? У меня есть такая хитрая фишка, как бы, когда я чего-то хочу, вот, допустим, там открыть новый город, да? И у меня нет там аудитории, нет организатора, допустим, но я хочу вот как-то этот
все затраты, которые я вкладываю в город, проезд, проживание этот, я себе говорю внутри, что я еду туда отдыхать. Если вдруг соберется группа, я проведу тренинг. И в этом нет тогда напряжения, да, ты не зависишь от результата своей деятельности, и при этом, если ничего не получилось, классно, я тогда отдыхаю. Но и нет ли, не возникает был ли такой чувство же обманутости? От чего? У меня трудоголизм какой-то, я не знаю, я не устаю от работы, я устаю от отдыха. Я, если честно, мне немножко сложно отдыхать. Для меня смена обстановки, декорации, да, там, города, страны, для меня уже сам по себе отдых. И как-то мозг разряжается, и мне становится легче. А когда я бездельничаю больше 3 дней, меня это уже напрягает. И как раз там получилось, что мы 3 дня пока на адаптацию, потом мастер-класс, потом 2 дня тренинга, и мы еще 2 дня отдохнули, и получился прям, ну, для меня, я прям отдохнул и поработал. Не знаю, как супруга, но мне кажется, ей тоже понравилось. Вот. А у меня, ну, так, такое, я люблю работу, я люблю людей. Вот честно, мне всегда спрашивают, чем вы занимаетесь, я люблю людей. И я больше ничем не занимаюсь, потому что это та деятельность, которая мне приносит удовлетворение, наверное. Ну, я кайфую от этого. Я могу этим заниматься, ну, прям подолгу и помногу. Есть ли вот среди ваших клиентов, которых вы действительно запомнили надолго, настолько тяжелые, возможно? Раз в год кто-то пугает их, убираем программу, но есть люди, которых прям вот, ну, прям шок, от которых мне кажется, что иногда, может быть, они лукавили, может, мне кажется, иногда, может, не по-настоящему это все, да? То есть ты попадаешь в какую-то измененную, ну, вот, измененную реальность какая-то, и, ну, верится с трудом в какие-то вещи. Но у них это прям реально происходит, и ты понимаешь, что Сергей Безруков бы так не сыграл, да? Ну, то есть это прям по-настоящей эмоции, это настоящий рассказ, и очень это, да. Вы также выкладываете в YouTube некоторые свои индивидуальные семинары. Сессии, ага. И там просто действительно видно, что люди приходят к вам для решения своих проблем каких-то, да. И бывает, возникает такое чувство, что они чересчур эмоционально на все реагируют. Постановочно это, да, или не постановочно это или нет? Это не постановочно, потому что я этих людей вижу в первый раз. Мы договорились с оператором, с режиссером, что я заранее не знакомлюсь. Они их подбирают, у меня есть организатор, она подбирает человека на сессию, потому что для того, чтобы выложить в YouTube, мы должны с человеком договориться, чтобы он дал согласие, да, потому что это, ну, как бы освещается. И эти сессии, они бесплатные. То есть, если у человека есть проблема, но у него как бы недостаточно средств, или он его душит жаба тупо, то, ну, будь добр тогда, ну, вот, стань звездой тогда. И вот он приходит, и мы с ним знакомимся вот прям за 5 минут до начала съемок. То есть, мы выставляем камеры, ставим стулья, я сажусь, и заходит он. Я понятия не имею, кто придет. То есть, ну, можете верить, можете нет, но это прям, ну, правда. Я вам честно скажу, когда мне спрашивают, а вот там какая-то девочка там была, и называют ее имя, я имена не запоминаю. То есть я не помню, как зовут, и, ну, вот к моему стыду и сожалению, наверное, но все. А может ли, было ли такое, что вы не помните человека, как зовут, но, скажем, 2 года назад, например, да, проходил у вас человек сессию, и сейчас снова обращается к вам? Я вспомню. Помните. Я не вспомню, как его зовут, я могу не вспомнить лицо, но когда мы с человеком начинаем работать, и он начинает дышать, я вспоминаю все проблемы, с которыми он приходил до. Оно почему-то, видите, это же профессионально, один концентрируется на лицах, другой концентрируется на одежде, я концентрируюсь на дыхании. То есть человек дышит, я его сразу узнаю. 3-4 дыхания, я вспомню, что с ним было в прошлый раз. Ну, в основном так. Просто сейчас слишком много народу, может быть, кого-то не вспомню. Но, знаете, в этом есть же хорошо. Чего в этом хорошего, я могу не вспомнить. Знаете, я не всегда помню человека, который пришел позавчера. И он приходит на второй сеанс, я сижу, я не помню, с чем он приходил. Вот. Не то, что там через год, а вот на днях. И когда он приходит, я начинаю с ним работать, мы начинаем работать с той проблемой, которая у него сейчас. У меня нет старых ярлыков, которые вот с прошлого сеанса остались.
Мы работаем с тем, что есть сейчас, сегодня. И поэтому иногда я задаю опять вопрос, и она говорит, вы же в прошлый раз спрашивали. Если честно, я не помню, что я в прошлый раз спрашивал, но если я спрашиваю сейчас, это актуально, это есть вопрос, значит, еще не решенный, он остался. Поэтому давай заново. И мы опять начинаем прорабатывать. В повседневной жизни вы вообще сам по себе эмоциональный человек? Позитивный? Я вряд ли позитивный. Ну, в смысле, как позитивный? Я, если в быту, допустим, дома, я, наверное, немножко тираничный. Вот в семье, допустим, там, по отношению к детям, супруга, немножко я жестковат. Я сегодня точно понимаю. Раньше я не думал, но сейчас я четко понимаю, что мне чуть градус давления надо как бы снизить немного. Или, ну, чуть отпустить надо. А с людьми я как бы очень на улице или как-то это, я стараюсь быть очень приветливым и не агрессивным. Хотя агрессия во мне очень тоже присутствует. То есть если... Вот я поэтому хожу, в общем, в спортзал, и вот и там бью грушу, и у меня немножко там идет выброс. Потому что когда бывают застойные такие процессы, когда долгий перерыв в работе, допустим, там 3-4 дня не было там работы, я не видел людей, или там... или наоборот, было работы много, то какой-то эмоциональный сброс куда-то нужен. И чтобы себе никуда не давить и не кричать, и там этот, в какие-то моменты помогает вот именно спорт. То есть он прям сгружает, и сгружает еще баня. Я часто хожу в баню париться и отпускаю. В одном из вашего видео, которое вы выложили в YouTube, вы говорили о каких-то предъявах вам. А, бывает, да. Что обычно вам говорят и почему вам это говорят? Бывает, не все, не только позитивные отзывы, есть бывают негативные отзывы, и негативных отзывов было, по-моему, то, что дошло до меня. Я так понимаю, не все еще проговаривают это, да, то есть не все люди говорят, что там какие-то есть претензии, но до меня дошло там 3 или 4 отзыва, которые прям негативные. И даже была девочка, которая написала негативный отзыв в 4 инстагруппах, проплатила там как за рекламу. И я очень тогда сильно расстроился, но я посмотрел, у меня прирост подписчиков сразу там на 300 человек за вечер. Я думаю, ну, наверное, антиреклама тоже реклама, ну, в общем, не знаю. Но бывает, что человек недопонял или с него чуть недовытащили, и потому что не хватило времени или еще чего-то, да. Но если конкретно к тому случаю, то она опоздала на 40 минут и пришла она в 10:30 вечера. И мне, честно говоря, не было уже сил и желания вот что-то, ну, вот объяснять или как-то это. То есть я видел человека, понимал, что из него надо вытащить, и я просто вытащил и все. И в силу того, что она как-то немножко сопротивлялась, оно, видать, осталось, и еще какой-то период агрессии у человека выходит и обида. То есть бывает, что человек на сессии прям все выгрузил, а бывает, мы там вскрыли какой-то пласт, и вот этот вот негатив начинает подниматься, и тогда человек брызгает вот это еще вот своей агрессией, обидами, претензиями, и поэтому, как бы, ну, вот бывает такое. Вы работаете с эмоциями, с людьми, и когда эти эмоции выходят наружу, влияет ли они на вас каким-то образом? Я сейчас научился немного закрываться, но это первое время после от каждого человека чистился. Вот я с человеком работал, там, допустим, час, 3 часа я потом восстанавливался, там, чистил себя, что-то там это делал. Сегодня я могу там за день принять 10 человек, просто физически устать, мне достаточно душа. То есть, ну, уже много чего проработано внутри у самого себя, и поэтому я так понимаю, что... Как бы я не скажу, что это легко, но я могу как бы от этого чуть отстраняться. Научился, в общем. Дополнительно для себя какие-то сейчас вы инструменты приобретаете, или вы несете вот то, что у вас есть, вам этого достаточно? Я постоянно что-то смотрю. Единственное, знаете, я, знаете, что понял? Очень важно взращивать внутреннюю личность свою. Почему? Потому что ты каждый раз, когда ты решаешь вопрос какой-то внутренний в себе, ты растешь. И клиентов за счет этого становится больше. Чем выше ты, чем больше ты развиваешься, тем больше аудиторию ты охватываешь. Я не знаю, как это получается, но
я езжу на семинары, допустим, там вот пир был, вот это в Москве, я там на Synergy Global Forum езжу, там еще на какие-то. То есть я стараюсь вот эти массовые какие-то мероприятия, значимые, тренерские, посещать. То есть им вот в этой немножко среде тусить. Меня они не принимают, но я все равно там как бы хожу. Потому что в основном бизнес-тренера, они как бы корпоративные, они очень такие. А я непонятный формат, и я просто там прихожу, сам плачу, не от компании сам, и там как-то присутствую, наблюдаю, что они там делают. И на сегодняшний день я четко понимаю, что мотивационный тренинг – это очень хорошо и здорово, но выхлоп там очень низкий сегодня. То есть из 100 человек там для себя возьмут 90% что-то, сделают там еще меньше, и толку от этого будет там у 10% от всех. А здесь, когда работаешь с эмоциями, эффект идет сразу. Он, то есть он быстрый, не надо человеку ничего объяснять. У него у самого инсайты, да, у него вот это восстанавливается энергетическая связь, я не знаю, с Богом, с космосом, с кем угодно, и у него вот просто прет почему-то. Это не из-за того, что я что-то умное сказал. Мы все знаем, что делать, но просто мы никто ничего не делает. И поэтому, ну, вот так происходит. И мотивировать человека, который не хочет жить, очень сложно. То есть ему ставишь пистолет к виску и говоришь, я тебя застрелю, он скажет, стреляй на все. И поэтому очень важно человека вернуть к жизни, да, то есть, ну, вот. Но сегодня, во всяком случае, то, что я вижу вокруг, 90% людей, ну, просто не хотят жить. Косвенно, не косвенно, явно, не явно, латентно, не латентно, но многие просто нет желания жить просто. И человека очень важно вернуть к жизни, и ему потом ничего не надо. Вы как консервативный человек, который приверженец, наверное, старых устоев общественных, да? Как относитесь к геям, однополым бракам и тому подобное? И, честно, это от меня пока настолько чуть далеко, что, ну, меня, слава богу, это пока не затрагивало. А если к вам обратиться такой человек? Я приму, это вот на камеру это было, ну, этот программа «Диагноз» на КТК, и там привели, он транс или как, я не знаю, и, в общем, я ему спину ставил, и когда он наклонился, у него стринги вылезли из-под джинсов, я вообще просто офигел тогда. И меня немножко тогда, ну, колбаснуло слегка. Ну, как бы, по, скажем, в ту бытность, когда я взрослел, да, то есть к таким людям даже нельзя было прикасаться, да, то есть, ну, как бы, и, ну, я как-то это продышал, в общем, ему там что-то сделал, но ему все равно ничего не помогло. И, ну, вот так как-то. И я больше скажу, у меня есть знакомые, с которыми мы, ну, как-то сталкиваемся, да, общаемся, и у меня сегодня нету каких-то таких, знаете, я могу, может, чуть пофыркать, когда это слишком, когда они слишком вызывающе, что ли, себя ведут, но, в принципе, как бы он волен делать с собой, что хочет. Это его тело, его жизнь, и пусть решает сам. На самом деле, много у людей проблем, намного как бы выходящие за грань вот этого вот там геи, не геи, там однополые браки нет. То есть ты иногда людей слушаешь и думаешь, знаете, как в том анекдоте, говорит, доктор, у меня здесь болит, он говорит, хорошо, еще здесь болит, хорошо, а что хорошего, хорошо, что не у меня, да? То есть вот хорошо, что не у меня, иногда слушаешь и думаешь, как вообще это произошло, почему именно с тобой, да? И вот начинаешь, когда выкручивать из человека, ну, ты перестаешь со временем удивляться. То есть год-два практики активной, и тебя мало чем возможно вообще удивить. И поэтому, ну, вот как-то вот так, наверное. Я нормально отношусь, ну, как бы спокойно сегодня. Но буквально 5 лет назад я на дух не переваривал. Ну, то есть я был прям очень настроен агрессивно к такому роду проявлениям людским. Ну, ваша, наверное, деятельность вам помогает в этом. Ну, принимать людей такими, складываются какие-то нейронные связи новые с каждым человеком. Ты же соприкасаешься с картинами мира, и она немножко как бы дополняется какими-то пазлами, и ты понимаешь, что в принципе, наверное, в этом нет ничего страшного. Ну вот, как бы, что бы ни происходило, он волен делать с собой, со своей жизнью все что угодно. Люди гробят свою жизнь и, ну, и с другими вещами, не только этот. Это выбор его, и я не думаю, что как-то его эта жизнь ломает. Если его это устраивает, и он в себе это принял, ну, ради бога, пусть делает, что хочет. Если вы
помогаете людям избавиться от старых каких-то эмоций, да, после вашего тренинга они выходят, после вашей сессии они выходят обновленные. Можете ли вы сказать, что в какой-то степени вы являетесь целителем? Целительство – это побочный эффект, это не самоцель. Некоторые путают, они говорят, вот он мне там, вот у меня там болело там, и теперь не болит. И отправляют как к врачу, да, но я не занимаюсь целительством, это побочный эффект. Это реально побочно, потому что есть психосоматика, и если мы ее прорабатываем, то проблема уходит. Если нет, тогда идите к врачу, ну, как бы, и человек все равно идет к врачу. Но вот так сказать, что придите вот с этой болячкой, я тебе помогу точно, это было бы врачеванием, наверное, но у меня нет стабильных результатов. Психосоматика непонятна. У меня была женщина на тренинге, у которой было зрение минус 8, и к вечеру она стала 100%. Мы до сих пор не можем понять, как. Потому что в этом же тренинге была девочка, у которой было минус 2, у нее до сих пор минус 2. А у этой минус 8 100%. И как ты поймешь? И это, ну, один из случаев таких, которые это не самый такой яркий, да, то есть бывало и там онкология проходит, но непонятно, почему так произошло. Одному человеку помогло, второму нет. И поэтому сказать, что это целительство, я не могу. Я, видите, у меня мозг, он больше такой эмпиричный, да, мне нужно подтверждение. И если там 10 человек с одной болезнью пришло и там одному помогло, это не та статистика, чтобы заявлять, что я лечу, да? Если бы из 10-9 лечилось, я бы сказал, да, наверное, помогает. Но то, что от эмоций негативных я помогаю избавиться, это я могу точно сказать. А вот эти болячки, там что-то это побочка. А с бесплодием приходят очень часто. Но бесплодие, оно, знаете, оно такое, когда патологии нет, она почему-то не может забеременеть или там выносить. То это где-то в голове. И когда ты эмоциональный фон сгружаешь, там обиды на папу, там на мужа, там на маму, то она, женщина, ну, она рожает сразу. Поэтому, ну, вот так как-то. А также у вас в социальных сетях указано, что вы также занимаетесь эзотерикой. Как это связано? Эзотерика – это там момент быть здесь и сейчас, еще что-то, но эзотерика – просто красивое слово, если честно. Я у кого-то это подглядел и себе вставил, ну, если по-честному. Эзотерик, я прочитал по эзотерических книг, наверное, вот перед тем, как этим заняться, вообще на первый свой тренинг к учителю попасть, я прочитал 2 гигабайта книг в вордовском формате. Там были, я ничего не помню, честно, если спросишь, я не помню, потому что это было за 2 месяца, да, это просто вот как-то, я 3-4-5 книг в день читал, в зависимости, ну, как бы, и вот просто листал с компьютера, как бы, прочитывал. И поэтому я думаю, что можно сказать, наверное, что эзотерик, потому что у меня есть определенное мышление, которое более к нему подходит, наверное, там, перерождение жизни, момент быть здесь и сейчас, но этот момент ищут все там в Тибете, где-то еще, но это нужно просто сгрузить эмоции. Вот честно, после сеанса все находятся здесь и сейчас. И знаете, есть такой эффект после тренинга и сеансов, когда тебя начинает волновать только то, что касается тебя. И тебя не волнует то, что тебя не касается. И знаете, что самое страшное, что тебя вообще, оказывается, ничего не касается. Вот. И ты настолько свободен, оказывается, что ты можешь, ну, просто не переживать. И в этом есть кайф, наверное, весь. Потому что после сеанса нет мыслей, нет каких-то переживаний, волнений. Ты вот просто опустошенный, вот пустой, и вот ты прям в моменте. И, ну, это здорово прям. Делаете ли вы какие-то проработки со своей семьей, со своими детьми? Как часто вообще такое вот практикуете? С женой после каждой командировки длительной работаем, потому что это все равно женщина, и она, как бы, она следит за Инстаграмом. И если честно, я свой Инстаграм иногда смотрю, я сам себе завидую, да? Сколько женщин вокруг, сколько там поездок, там чего-то там, какие-то события. И я понимаю, что женский мозг, он нас так настроен, он накручивает еще чего-то. И поэтому после каждой длительной командировки я с ней работаю. А с детьми после каждых стрессов каких-то там, бывает там шкаф упал, там, да, там как-то был момент у нас, старшая дочка полезла на кухонный шкаф, и она вот кубарем упала на нее все. Младшая дочка видела.
Слава богу, я не знаю, как она успела, супруга подставила руки и просто шкаф поймала. Так бы, ну, покалечилась бы точно. То есть, потому что она поймала, и угол прям был вот над головой у дочки. Я потом подбежал, выдернул дочку, раскидал эти шкафы и стали убирать. С дочкой старшей мы поработали сразу, с нее вот этот эмоциональный фон снял. А с младшей я сразу не понял. И мне на следующий день, когда я был на работе, супруга звонит, говорит, знаешь, что-то младшая, что-то не наша. Что-то она замкнулась. Она у нас очень гиперактивна, а тут она такая весь день. Я приеду, посмотрю, ему вот с нее вытаскивали тот страх, который она поймала тогда. С младшей дочкой ей 4 года, и я уже, наверное, 3 раза с нее вытаскивал вот страхи. Со старшей вытаскивал раз 6, наверное, может 5. То есть все равно есть стрессы, когда мы ее заставляем, там, она не хочу на музыку, ты иди, я не хочу туда, ты иди. И в какой-то момент у нее этот стресс нарастает, и надо с ней работать. И поэтому, ну, вот периодически работаю. Вообще, открытый, да, для этого? А я не спрашиваю же, это же мои дети, спрашивать не надо. Это спрашивать нужно уже взрослого человека, которому хотя бы переходный возраст, там, 16, там, 17 лет. Потому что ничего не получится, если он не согласен. Вот старшую дочку я уже насильно не могу, допустим, иди сюда, я тебе сказал, там что-то этот. Она уже, у нее свое мнение, она меня как-то останавливает, и поэтому приходится ее уговаривать. А младшую, не, ну, как бы просто работаю и все. Вот. Ну, вот так. Угу. А, скажите, на данный момент можете ли вы утверждать, что сейчас у вас уже достаточно опыта, чтобы его уже, скажем, передавать кому-то? Я передаю, но, знаете, есть такая фишка, что нужно скрывать секреты, какие-то фишки, и тогда ты уникальный становишься. Я вам честно скажу, ты вот так людям выкладываешь все, что ты знаешь, никто не берет. Никто не берет. Зачем прятать? Я вот честно, я этого не понимаю. Ну вот зачем, вот то, что касательно знаний, мое понимание того, что чем больше ты отдаешь, тем больше тебе обратно приходит. Когда ты закрываешься, оно замыкается, и ты вот в своей какой-то скорлупе сидишь. Ты отдал, тебе приходится искать что-то новое. И ты опять. И поэтому у меня этот процесс постоянное отдавание. Я готов к тому, чтобы людям передавать, но не каждый человек готов брать. Не каждый готов брать. И поэтому есть у меня в Астане здесь ученики, да, их уже сколько там, 30 где-то человек, может, чуть где-то. Но работают не все, но процент достаточно высокий, но, ну, они принимают людей, они там какими-то моими штуками пользуются, и очень часто мне они благодарят, да, и вот эта благодарность, которая идет от учеников и от людей, которые получили эти какие-то знания, применяют, она намного выше, чем та, которая от людей, которые просто с тебя как бы получили свое и ушли. Тоже приятно, но ученики это чуть другое. Они как не то чтобы дети, они как коллеги вот уже становятся. И это более приятно, что они смогли эти знания как-то применить. А для людей для основной массы людей, с которыми как-то мы поработали, они ушли, или там не получилось подружиться в силу моей занятости, их так как-то это, да, я просто как ступенька в их жизни. Конечно, на какой-то момент им охота, наверное, дружить там или как-то этот, но проходит какой-то период, они от меня отталкиваются и идут дальше вверх. И мне тоже это очень интересно наблюдать, потому что многих сегодня можно следить в соцсетях, да? И ты смотришь за ихними успехами там в работе, в личной жизни, там с детьми они больше времени стали как бы проводить. И я просто радуюсь. Иногда бывает так, что твои клиенты получают результат выше, чем твой на сегодняшний день. Это немножко, ты думаешь, почему я себе так не могу, или как-то, или он, наверное, мало заплатил, или чего он обратно не пришел, не отблагодарил. Но эти вещи очень важно отпускать. Потому что человек приходит сжатый, он в своих ресурсах, в эмоциях, он сжатый, ты его высвобождаешь, то, что он имел до этого, вот это просто расправляется, и у него получается такой высокий результат. Не у всех результаты выше, чем твои, я должен свою гордыню постоянно немного усмирять, да, то есть там сравнение, там гордыню, и человека надо отпускать с благодарностью, и потом они возвращаются все равно, но ты должен тоже расти, потому что
в какой-то момент они тебе обратятся, если ты будешь ниже, чем, ну, чем они тебе предполагают, потому что они выросли, а ты не вырос, то они, наверное, перестанут ходить. И поэтому тренер просто обязан расти постоянно. Ты постоянно должен идти чуть-чуть на опережение своих клиентов. Поэтому эта профессия заставляет как бы быть в тонусе, что ли. Ты не можешь здесь расслабиться. Я вот всегда говорю, что я 13 лет работал в найме, и когда я недавно анализировал, сначала я после увольнения анализировал, сколько я за 13 лет работал, вот весь выложился. 2 месяца. Сегодня, прошло уже 6 лет, да, я ни одного дня. Как я работаю сейчас, я ни на кого так не работал ни одного дня. Ни разу. Сегодня я делаю, мне кажется, максимальное, что я могу. То есть у меня сейчас такая работа, там в косынку не поиграешь, да, там в Одноклассниках не посидишь, там в Фейсбуке не там этот. То есть человек приходит, ты с ним т.д.т. там, и ты не сможешь там как-то уйти, там что-то там делать. Ну, во всяком случае, надолго ты не уйдешь. И потом он уходит, приходит следующий. И так 10 часов подряд, и поэтому... А были ли у вас какие-то курьезные случаи, может быть, о которых вы не можете забыть, или какие-то, за которые вам стыдно, может быть, иногда? Стыдно? Мне стыдно? Да. Ну, наверное, есть. Наверное, есть стыдно. Можете ли сейчас вот вспомнить, рассказать? Это в процессе всей жизни или карьеры, вот именно какой? Вообще, в процессе жизни, и если это совместимо с карьерой, то можно и так. Вот у меня был случай, когда я смолодушничал, да, то есть была драка, и я не влез туда. То есть я должен был туда влезть, но я не смог. Ну, то есть я побоялся тогда почему-то. Не почему-то, но я, в общем-то, тогда испугался. И с того... Сколько лет назад это было? Это было прям давно. Это 90, наверное, 6-й год, может, был. 90... Да, 96-й, наверное. 7-й год. Тогда я прям очень сильно испугался. И я этот момент часто вспоминаю и думаю, правильно я сделал, неправильно. Почему-то он вот висит. До сих пор? Ну, сейчас уже меньше, но... Вот ты спросил, и я сразу... Он всплыл прям этот момент. В работе у меня такого вот, ну, как бы, у меня вот в деятельности до моей вот сегодняшней профессии была досада, наверное, от того, что учредитель не готов был развиваться. То есть я начал взращивать компанию слишком быстро. И сегодня я понимаю, что он был не готов к тем деньгам, которые я ему предлагал. И он меня уволил просто. И я когда спросил, почему, он сказал, что ты у меня все отберешь. Ну, то есть у него был какой-то страх. Тогда я не понял, из-за чего. Сегодня я четко понимаю, что он был не готов к тому росту, который вот, ну, тогда сулил, что ли. Вот. То есть... А можете ли вы сейчас к нему прийти и сказать, объяснить, в чем была вообще причина? Мне кажется, смысла уже нету. Ну, нет смысла. Но тогда была очень сильная, ну, вот, досада, да, наверное. Вот 2 месяца я у него хорошо работал. И я ему дал показатели за 2 месяца такие, которые их не было 2 года у него. Кем вы работали? Я тогда директор по продажам, что ли. Я в продажах 13 лет работал. Только в продажах? Только в продажах, да. Я хотел от них уйти, потому что в нашей культуре продавец, он человек униженный, да. Это профессия, которая там не статусная. Но как выяснилось потом, что сейчас рынок так меняется, что... Человек, который умеет продавать, он очень ценен сегодня, он очень дорог. И для меня прям это стало удивительно, потому что когда я в эту профессию входил, мы были, там лохи, там, ну, как-то у нас лучше там было сидеть в офисе, там где-то там тыкать мышкой куда-то. И поэтому... А сегодня мне это помогает в моей нынешней профессии, потому что... Знаете, когда я этим начал заниматься, я думал, я буду вести тренинги. Да? Я начал ходить по тренинговым компаниям, предлагать свои услуги тренера. Мне говорили, ты кто такой? У тебя нет сертификатов, ты не международный тренер, у тебя там нет опыта. И мне они тыкали, никто не брал на работу. И я тогда понял, что, знаете, в какой-то момент я понял, что у меня большой опыт в продажах, 13 лет, это достаточно такой весомый, да? То есть от торгового представителя до директора по продажам, это, ну, такой пласт прям. Если меня не берут на работу, если
меня не берут тренером никуда. Я тогда возьму себя на работу менеджером по продажам. Я в течение 2 лет просто уперся в продвижение себя. Я как на работу ходил, там я просыпался в 8 утра, в 9 садился за компьютер, соцсети, там еще что-то. Я ходил на семинары на все, да, я раздавал, ходил визитки, я где-то выступал, что-то. То есть я каждый раз навязывал свои как бы предложения и услуги. И оно сдвинулось как-то где-то через полгода, маятник качнулся, и вот оно каждый раз качается все сильнее и сильнее, и меня, честно говоря, это радует. Вот этот Дубай, они появились вот так, потому что я здесь, в Казахстане, маятник этот раскачивал очень сильно. Сейчас в Дубае маятник качнул, сейчас стреляет Шанхай, да, в Китай зовут, то есть в Лос-Анджелес зовут. И для меня сегодня это прям просто шок, потому что я не думал, что из Казахстана можно это как-то раскачать, и оно будет выхлестывать в другие как-то страны, да? То есть статус международника вы уже получаете? Ну, получается так, его надо осталось закрепить просто, потому что есть Москва, как бы Россия, да, ну, для нас Россия как бы не за граница, да, ну, да. Этот. А, и, ну, вот Дубай — это уже выход за пределы страны, прям, ну, за пределы социума нашего, и Шанхай будет в другую сторону, да, и Лос-Анджелес — это будет, наверное, такой, знаете, вот, такой фью туда. А Гоа было, да, вот, кстати, было Гоа, был тренинг, был Египет, да, то есть уже можно, да, сказать, что уже как бы... Вы совмещали, получается, путешествия и работу, то есть в каждую страну, куда вы ездили, вы отрабатывали? Да, просто я делал, знаешь, как я, вот, я хочу там туда, да, и вот как-то, я думаю, дорого-недорого, потом думаешь этот, потом думаю, а давай тренинг там, а кто поедет там, а соберутся, не соберутся. И вот это все было на вызове. А что для вас дорого? Есть моменты, когда, ну, это же разные, это же разные жизненные моменты, и по доходности этот, сегодня вот это дорого, оно чуть растянулось, раньше было чуть-чуть, и то есть раньше я не смотрел не то, что, знаешь, сегодня дорого-недорого, я соизмеряю, сколько я заплатил, сколько получил. А 2 года назад я соизмерял с тем, что сколько я себе могу позволить, а сколько нет. Потому что если чуть больше, тогда мы будем голодать, да? То есть и сегодня чуть этот диапазон чуть шире. Поэтому, ну... Он шире за счет тех тренингов, которые вы проводите в тех странах? Он шире за счет Астаны, Алматы, Москвы. То есть каждый город, который прокачивается, я везде... Ну, как бы есть определенная доходность и с тренингов, и с индивидуальных сессий. И поэтому, ну, вот как-то и стоимость услуг, она растет как-то, да, время периодически. Поэтому, ну, вот как-то. Я с деньгами работаю отдельно, да, с людьми тоже, вот с запросами там зарабатывания, принятия денег. Я как-то даже проводил тренинг про деньги. И для меня был шоком, был вот инсайтом или шок от того, что люди просто не готовы принять. Ладно, не могут заработать. Так когда они зарабатывают, они отказываются. Это было для меня очень странно. Или они говорят, ну, а зачем мне? Или для чего? Поэтому когда ты для зарабатывания денег очень важна причина. Вот, то есть у тебя должна внутренняя причина, зачем тебе деньги. Или для чего, да? И тогда ты начинаешь зарабатывать. Если у тебя этой причины нет, ты никогда не заработаешь. Потом очень у многих людей на постсоветском пространстве страх денег в принципе. И когда они получают большие суммы, они норовят ее куда-то слить в ненужные проекты, в пустые какие-то, вот, знаешь, вот, как сказать, вещи, которые им не нужны. Они начинают содержать всех родственников зачем-то, вместо того, чтобы немножко обратить время на себя и потратить деньги, ну, для собственного как бы продвижения и удовольствия. Вот, поэтому у нас вопрос принятия себя, то есть насколько я себя люблю, очень стоит сильно. Я не знаю, как там, вот в Европе, там в Америке, потому что чистых американцев я еще пока не трогал, и европейцев пару раз, но я не понял. Но у нас четкий вопрос вот любви к себе. А вас не затрагивает вот как раз таки барьер языковой? Я же сильно не разговариваю. Потом есть везде наши соотечественники, которые переведут. И словарный запас, ну, как бы, мне нужен там вдох-выдох, там, что-нибудь там, ну, такое, да, там, сейчас кричите, сейчас плачете, там, что с мамой. То есть это такие, как у Белочки-людоедки, помните, из 12 стульев, шик, блеск, там, 12 слов, вот так. Ясно. А вообще,
Есть ли у вас какой-то идейный вдохновитель? Может быть, звезды какие-то или, допустим, кого-то вдохновляет там цитаты и слова Ошо, да? Каким-то действием побуждают. Есть ли у вас такие? У меня, я до сих пор делаю посты время от времени. Не время от времени, я 3 раза делаю в день примерно. 3 поста в соцсетях с крылатыми фразами или какими-то глубокими. Я беру их в этих ВКонтакте, там подписанные на группы всякие эзотерические. И то, что там не нравится, я оттуда беру и вставляю в себе соцсети. Но это плагиат. Ну, я не знаю, мне даже, знаете, писала одна там, типа, это плагиат, вы что воруете? Я говорю, я не понял, у вас лицензия на Нил Дональда Уолша и на его произведение? Она, нет, я читала книгу, и поэтому я туда вставляю. Ну, как бы, в чем претензия вообще, да? То есть, если есть в соцсетях в свободном что-то доступ, я не думаю, что это как-то плагиат. Я же подписываю, там, Оша, Дипак, там, или кто-то, да? Если нет подписи автора, я как бы никого не пишу. Значит, это просто кто-то сказал, и там нету автора, и я просто не то чтобы своровал, я позаимствовал и положил. И вот у Оша у меня была фраза такая, когда я сидел без денег, вот реально было прям плохо, да, то есть, когда говорили в школе, сдайте 3000 тенге на шторы, у меня просто истерика была, потому что я не понимал, что мы будем есть потом всю неделю. И я вставлял эти цитаты, и как-то ВКонтакте нашел цитату ошевскую. Он написал так, что когда птица поет, она просыпается, когда птица просыпается, она сразу поет. Она не думает, будет у нее еда сегодня или не будет. И после этого я стал просыпаться, включать музыку, себя накачивать, и потом как-то день проходил более лучше. И деньги стали идти. Когда ты не думаешь о деньгах, деньги приходят. Когда ты думаешь о деньгах, тогда деньги уходят. И это очень странная магия, как бы, но оно вот почему-то работает так. Это вот одна из фраз, которая прям вот сильно влезла в голову, и она меня сподвигла каким-то действием. А в идейный вдохновитель есть такой Радислав Гандапас, это популярный бизнес-тренер, я думаю, кто интересуется в принципе тренингами, и все тренеры его знают, да. И он для меня такой маячок в профессии, я за ним всегда слежу, я стараюсь делать то, что делал он. То есть я за ним очень наблюдаю в Ютубе, в соцсетях, везде, я даже на пир поехал только из-за него. Я не знал, что это за мероприятие. Я посмотрел, что спикер будет Гандапас. Я взял билет и приехал в Москву. И, в общем, я даже ему там спинку подлечил, как-то потрогал немножко. Прикоснулся к мечте, да? И я понял, что он живой, нормальный человек. И достаточно, ну, как бы с ним легко общаться, контактно. То есть на данный момент вы с ним общаетесь? Я не думаю, что он меня помнит. Это был такой, знаешь, это было на грани фола. Он с тренировки пришел, сорвал спину, и ему надо было выступать, а он еле ходил, да, он там стол не мог переставить. Я зашел к нему на сцену, говорю, давайте я вам поправлю спину. Он позволил к себе, в общем, прикоснуться. Для меня это было вообще, ну, как бы такое вот прям событие, да. Внутри я прям переживал, прям это, ну, у меня руки тряслись, когда я ему вправлял. Я сомневаюсь, что он вообще меня помнит, ну, вряд ли. В чем ваша цель? Цель? Да. Я хочу, как любой мужчина, обеспечить безопасность финансовую своей семьи, финансовую свободу, безопасность. И я хочу повысить качество своей жизни. Вот. Это, наверное, то, что вот шкурное, да? И такое, я люблю помогать людям. Вот помощь людям, вот такой глобальный какой-то, как, ну, не знаю, нету, наверное, но я помогаю, мне это нравится, и поэтому я вот этим как-то занимаюсь. Можете ли вы сказать, что вы человек системный? Я очень системный человек, но у меня есть большие люфты. Для системного человека у меня большой зазор, диапазон. То есть я достаточно гибок, но в каких-то местах я очень консервативен. Допустим, то, что касается криптовалют, я себя уговаривал год вообще в это влезть и как-то с этим соприкоснуться. Но на сегодняшний день у меня уже была первая транзакция, мне заплатили за тренинг биткоинами. То есть я уже привык. Но мне было дико, да, давать нал
и получать какую-то цифру где-то фиг пойми где, которая непонятно чем защищена. Но сегодня я уже как-то, ну, открыт, я не знаю, что с ними делать, они там валяются, но я их и снять не знаю, как снять, и выкинуть жалко, и, в общем, пока они там лежат, ну, немного, но во всяком случае, как бы, я сдвигаюсь, есть у меня вот этот люфт, я гибок достаточно. Вот, допустим, 6 лет назад на какие-то вещи, которые я делаю сейчас, я был бы не готов. А вчера я слышал такую фразу, что на сегодняшний день мир устроен так, что мышление человека, ну, мышление активного человека за 5 лет меняется один раз в 5 лет. То есть, если ты человека не видел 5 лет, и через 5 лет ты с ним встречаешься, будь добр, познакомься с ним заново, потому что перед тобой сидит абсолютно другой человек. И поэтому я думаю, что я успеваю как-то развиваться, и тот, что я был 5 лет назад, я точно сегодня другой. И бывает на встрече одноклассников, меня спрашивают: слушай, мы с тобой одну школу закончили, почему ты такой стал? Я всегда говорю, что я помимо школы закончил еще 3 вуза, и поэтому, мне кажется, может, из-за этого как-то у нас немножко есть как бы такой вот разрыв. Сейчас вы учитесь на 4-е высшее образование, это, да? Магистратура 2-я. Магистратура 2-я. Да, это научно-педагогическая магистратура, это на психолога сегодня. Угу. То есть вы полностью связываете свою деятельность, свою жизнь с психологией? Я, видите, на психолога я учусь не для, ну, как бы для того, чтобы был диплом. Чтобы у людей ушло вот как бы... Я вам честно скажу, то, что я делаю, психология это примет, я не знаю, лет через 200, наверное. Вот теми темпами, которые вот сейчас я наблюдаю, во всяком случае на постсоветском пространстве, больших сдвигов в эту сторону я не вижу. То есть эта психология примет еще, ну, чуть-чуть, много времени пройдет. Потому что там непонятно, там должны врачи что-то принять, а что-то должны принять психологи. И когда это совпадет, не знаю. Считаете ли вы себя тогда неким Христофором Колумбом, первооткрывателем? Ну, в последнее время очень часто говорят, что типа Че Гевара. Не знаю, как Колумб, то типа революционера что-то. Но я раньше в себе каких-то лидерских качеств, каких-то революционных я не замечал. Они проявлялись точечно как-то. У меня даже был опыт, я пришел на работу, и мы с шефом немножко как бы не сошлись в понимании вообще, как пользоваться своим персоналом. И я бунт поднял, и все оттуда уволились. То есть это были какие-то такие моменты. Но это было очень фрагментарно, я себя всегда очень сдерживал от этого. Сейчас сказать, что я там революционер, я не думаю, но я сейчас точно понимаю, что если мне что-то надо, я готов идти один. То есть мне не нужна поддержка, да, то есть, вернее, нужна, но мне не нужно, чтобы был, как бы, вот бывает же там, если ты пойдешь, я тоже с тобой. Вот если мне надо, я могу один пойти. Я могу на какой-то силе воли просто продавить это. Вот так, да. Также в одном из своих видео вы говорили тем, что вы, как и только что сказали, что вы были продажником, вы занимались продажей алкоголя. Угу. И это сказалось как-то на энергетике. Это сильно сказывается на энергетике. Вообще в любом, вот наркотики, там, алкоголь, табак, вот это все равно, оно как бы гробит человека, да, и причем гробит не одного. И я как-то торговал элитным алкоголем, там этого не было заметно. И когда я перешел в другую компанию, как бы на дешевый алкоголь, там это было точно понятно, что ты гробишь народ просто. Потому что ты приезжаешь в деревню, продаешь алкоголь, и потом ты сидишь во дворе, там пьешь чай, там тебя позвали в гости, и там где-то сосед умер, там сгорел от алкоголя, там еще кто-то это, да. И я тогда точно понял, что это приводит к каким-то таким последствиям. Но сегодня то, что вот если с позиции энергетики, мать, которая потеряла там сына от алкоголя, она точно может проклясть всех, кто там есть по цепочке. Тот, кто привез, то произвел, то там этикетку наклеил, то есть всех дойдет. Поэтому, ну, мне кажется, такими вещами не стоит заниматься. И вот это то, что если брать религиозно, там, допустим, ислам, то, что отрицает алкоголь и табак, я честно прям это поддерживаю, потому что это прям гробит нацию. И я сам как бы курил там очень долго, там 13 лет, да, сегодня, на сегодняшний день я 12 лет не курю,
И поэтому, ну, я четко понимаю разницу до и после. И тут, а со спиртным у меня такие, я, бывает там пиво раз в месяц, может быть, там полкружки или 50 грамм виски там с колой, там тоже раз в месяц, в два, может быть. То есть, ну, все равно, как-то был период, когда я вообще не употреблял алкоголя, лет 7, наверное. Даже квас я не пил. А сейчас, ну, как-то так. А затрагивая тему религии, вы считаете себя приверженцем какой религии? Или же атеистом? А... К чему вы себя больше относите? Тема религии, я как бы не то, что... Вот смотрите, одно время было много южнокорейских церквей, как бы в Казахстане, да? Приезжали пасторы там какие-то, этот, и я как-то попал там в 9 классе туда. Я год ходил, выяснял, что же это такое вообще религия, потому что она была запретная, теперь стала вдруг доступна. Мне было интересно, это было мое любопытство, и я достаточно хорошо знаю Библию по пересказам пастора, но сам я ее не читал толком. Но я прям, когда разговариваю с людьми, у меня какие-то вещи всплывают, и религиозные люди замечают, что я как бы осведомлен достаточно. Но сам вот сесть прочитать я не читал. И вот там меня как-то случайно прошел обряд крещения, потому что я перепутал просто кабинеты тогда. И я не понял, почему все в каких-то, как-то в облачениях каких-то, а я пришел в джинсах, и мне пойдемте, и мы заходим в зал, и там сидят, все хлопают, и нас, оказывается, покрестили. А второй раз я столкнулся с этим в Стамбуле. Это Хазрет Султан в мечети. Я просто, месяц Рамадан был, не запускали туристов внутрь. А со мной был переводчик, он, ну, друг он. Я говорю, что такое дарет, вот они там что-то ноги моют, там, наверное, есть какой-то там ритуал. Он подошел, им что-то сказал, они обулись, меня под руки взяли и привели этот. И там такой, знаете, турецкий янычар такой. Этот, он вот так, голову мне вот так взял и говорит, сюда, типа, короче, нельзя. И тут эти турки ему что-то сказали, и он вот так, проходите. Меня привели в центр, туда, куда что-то этот, и посадили, начали что-то объяснять. Я вообще не понял, что происходит, пока мне не сказали, молодец, ты теперь мусульманин. А кем вы себя сейчас считаете? Я потом, мне там подарили Коран, я на русском языке. И если честно, я не люблю, когда меня ограничивают в действиях. Там, делать вот так, это есть и в православии, и есть в исламе. Я больше за совесть и за чтобы сходилось то, что ты несешь внешнее с внутренним. И поэтому я не знаю, как это, я точно понимаю, что Бог есть, но я склонен общаться без посредников, наверное, лучше сразу напрямую, чем вот, ну, через церквя, через мечети. Но при этом есть люди, которых им нужен посредник. И, в принципе, ну, как бы, каждый волен выбирать свое. Но религия точно работает. Религиозные эгрегоры очень сильные. Напоследок, что вы пожелаете или же можете посоветовать тем людям, которые сейчас смотрят? Я, наверное, уже всем надоел. Я в каждом интервью, в каждом вот видео говорю, пишите письма прощения. Я прикрепляю уже почти каждому видео вот в комментариях в Ютубе, и в этом тоже прикреплю. Пишите письма прощения. Прям по схеме. В течение 40 дней. Каждый день по 50 человек, 50 писем в день ты пишешь в течение 40 дней. Всем людям на планете Земля, на которых ты обиделся. Пропиши, и ты через 40 дней ты себя просто не узнаешь. Насколько изменится твоя жизнь, ты будешь просто сам в шоке. Поэтому пишите письма прощения, будьте... В общем, любите друг друга, обнимайте чаще родителей, детей и своих там избранников. Все, наверное. Так. Отлично, отлично. Игорь, благодарю вас за эту беседу. Очень интересно, очень познавательно. Действительно, в наше время очень много, наверное, коучей, но у каждого своя изюминка. И я надеюсь, что вы все больше и больше будете развивать свою сферу, и у вас будет больше последователей, и люди действительно поймут, что ваши действия, ваша задача и ваша работа будут приносить только хорошие плоды,
не только для вас, но и для людей в целом, да, и ваша мечта, ваша цель, чтобы осуществилась. Друзья, а с нами был Игорь Ким. На этом наша беседа закончена. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.